Будь ласка, хвилинку вашої уваги. Не хвилюйтесь, мені нічого ні від кого не потрібно. Я сам ділюсь, коли читаю дану. А увага для того, щоб напам'ятати, що Небесний Батько, Господь Бог Творець, бажаючи нам всім добра, всім, Він так полюбив кожного з нас, знаєте, як полюбив? Так, що віддав на страждання свого Сина Однорожного Христа за наші провини, ми їх всі маємо. Для чого? Для того, щоб кожна людина, незалежно від конфесії, яка дійсно від серця, від душі приймає Христа як Спаса, щоб така людина не загинула в пеклі, але мала вічне життя. Я дізнався об цьому в одеській в'язниці, коли там останній раз за зброю знаходився. І Бог змінив моє життя. І діточок дав, і онуків дав. І от таке бажання дуже сильно не мовчати, но сказати о ньому. Ми в такий важкий час живемо, ті коронавіруси нас доставали, тепер це животний фашизм, НКВДшна, комуністський, фашистський, сюди ломиться. Актуально вийти на зв'язь з Господом, актуально відкрити глаза на Ісуса Христа, який умер за наші гріхи, який воскрес із мертвих. Читайте, рідні Євангелія, неважно, вдома, там, на городі, хто конфесії, там, не знаю, хто там, може, в храмі, хто там, в молитвенном домі. Ну, головне, прийдіть к Ісусу Христу по-настоящему і слідуйте через священне писання, какое течение идет действительно как угодно Христу. Это надо внимательно изучать Евангелие, Библию и самому искренно быть к Господу сердцем. Боже, благослови всех, кто здесь есть, благослови Украину, благослови все человечество верой в Иисуса Христа и покаянием. Ты видишь, какое безумие без Тебя творится, Боже. Пробачь наши провины и открой очи сердца нашего народа на Христа, как на Спаса. Имя Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. Дякую за увагу. Будьте благословенными. И помните, что рядом есть Господь. Он недалеко. Мы вот не видим его, а он рядом. Вот ты не видишь совести ближнего. Ты не видишь, как у него душа сжимается от печали. Или когда там от счастья расцветает. Ну, бывает, когда уже по лицу бывает кое-что видно. Или он там в депрессии, или там он такой счастливый уже, что не может сдерживаться. Но вообще эти процессы не всегда видно. И рентгеном не просветишь их. Но мы каждый знаем об этой субстанции, о ее реальности. Потому что каждый ощущает на эмоционально-интеллектуальном уровне вот эти вот моменты печали или радости, счастья или горя. И вот Бог есть Дух, и Он нас призывает поклоняться в Духе и в истине. Дух Христа входит в душу нашу, когда мы призываем Его как Спасителя. Но для того, чтобы Его призвать, надо уверовать. А для того, чтобы уверовать, нужно поинтересоваться, услышать. А чтобы услышать, надо почитать, надо открыть уши, не закрывать. То наши уши, как мусорные ведра бывают открыты на анекдоты, на сплетни, на все что угодно. А вот на Божье Слово что-то закрывается. Это ненормально, друзья. Мусоропровод и так, знаете, вот. А надо, чтобы наши уши были открыты к Божьему Слову. Еще раз дякую за вас. Будьте благословенны. Местного здоровья и духовного, и физичного. Будьте благословенны. И будем разом идти до перемоги с Иисусом Христом. Не только вот в контексте нашей країни, а вообще в жизни. Будь ласка, шановні, Євангелію, хто бажає Євангелію, це те, що брат тільки що говорив, це Ісус Христос.